чуть усложняем модель. Берем тот же самый стакан и делим его вот так вот перегородочкой. А перегородку делаем из тоненькой пленки, в которой малюсенькие-малюсенькие отверстия. Отверстия настолько маленькие, что сквозь них могут пролезть не любые молекулы. Вот маленькие молекулы пролезают легко, а крупные молекулы просто не влезают в эту дырку. Ну, допустим, я в эту дверь прохожу нормально, а слон. А слон в эту дверь не пролезет. Он просто не пройдет. Вот такие преграды, которые пропускают одни молекулы и не пропускают другие, полупроницаемые мембраны. Полупроницаемая мембрана. Почему это важно для биологии? А дело в том, что все биомембраны, из которых клетки построены, обладают как раз этой характеристикой. Они все полупроницаемые. Мелкие молекулы проскакивают, а крупные не пролезают. Может быть наоборот? А наоборот, хитрый случай не сейчас. Через день. Даже не завтра, а через день. Типичный случай, когда мелочь всякая проходит, а крупная не пролезает. Но это легче понять. Согласны? Ну, хорошо. Это как здесь получается? Дырки здесь такие маленькие, что молекула воды раскакивает запросто. А вот молекула сахара, тем более такая, которая еще вода притянулась, не пролезает. Здоровая слишком. Бросаем кусочек сахара вот сюда. Бросим. Для начала вроде все понятно. Что происходит? Ну, как вы классите, сахар растворится. Через пару суток после растворения будет ли разница по вкусу сахара внизу и вверху? Нет. За счет диффузии он равномерно распределится. Но молекулы сахара не могут пройти сюда, дырки слишком маленькие. В результате, если я попробую вот с этой стороны, она будет пресная или сладкая? Пресная, сахар туда пройти не может. У нас с вами вот столько воды на этом. Отлично. А вот теперь внимательно подумайте. Как только сахар полностью растворился, ну, я могу взять простейший приборчик и померить концентрацию этого раствора. То есть сколько сахара в этом растворе. И, допустим, это 20% раствор сахара. На каждые 100 весовых частей 20 весовых частей – это сахар, а 80 весовых частей – это вода. Классно. А с этой стороны у нас что будет? Ну, где-то там 100% вода. Сахар сюда пройти не будет. Но это в идеальном случае, если вода абсолютно чистая. Ну, я взял хороший дистиллят. Очищенный воду. Ну, даже если я брал не дистиллят, да? Вот с какими-то примесями, то концентрация примесей слева и справа одинаковая. Да. Кажется, почему? А, примеси, да, да. Я же потом добавлял только одно единственное вещество, только сахар. Так что примеси можно заносить за сколько? А 20% от чего? Сахар. Нет, нет, 20% сахара, а 80% воды. Внимание, подумаем. Вот при этих условиях какой фантастический процесс начнется? Осмос, и поэтому слева... Отлично, отлично, давайте. И поэтому слева уровень воды будет выше, чем справа. С какого перепуга? Слева выше. Что больше слева? Нет, уровень воды будет больше там, где есть кусочек сахара. Почему? Потому что вода начинает проникать в левую сторону. А вправо она не будет проникать? Нет. Почему? Температурное движение молекул носит случайный характер. О, наконец-то! Ребята, смотрите, что начнется. Ну-ка, прочтите, куда всегда направлена диффузия? Сахар все равно сюда не пройдет, хоть вы делитесь. Но ведь по воде мы получили различие в концентрации. Слева и справа от мембраны разная концентрация воды. Куда преимущественно пойдут водные дифузии? Слева.
метра. По обеих сторонах было по 90%. То есть справа налево. На самом деле некоторое количество будет и обратно возвращаться. Но если вы сравните количество прошедших справа налево и слева направо, они будут одинаковые или нет? Нет. Справа налево больше. Конечно. В зону меньше концентрация воды. Что начнется? А начнется вещь дивная. Вот у нас был исходный уровень. Со временем у нас начнет повышаться уровень в этой части стакана, а в этой понижаться. Смотрите, никакого насоса нет. А тем не менее, вода почему-то стала сама собой лезть вверх. Кстати, если мы этот эксперимент ставим в невесомости, взяли мы этот стакан, подняли на орбиту, на МКС, да? Ну, вообще на МКС вода должна вылететь из стакана и принять форму такой шаровой капли. Mm-hmm. Чтобы такого безобразия не случилось, мы накрыли сверху легким пластиковым пленкой, чтобы просто вода не отрывалась. Ну и чем в этом случае кончится дело? Силу тяжести мы уравновесили ускорением орбитального движения. Справа еще воды не осталось. Правильно. Кончится дело тогда в общем. Вся вода уйдет вот сюда, а здесь воды вообще не будет. Угу. А в наших земных условиях так выйдет или не выйдет? Нет. А почему не выйдет? Не дырочки невозможно сделать. Нет, очень даже секрет. Это все можно смоделировать все дома. К сожалению, я не нашел этих сардельек. В Москве продаются самые дурацкие, самые плохие из всех возможных сосисок, называются молочные сосиски. Они в целлофановой упаковке. Даже не в полиэтиленовой, а в целлофановой, такой прозрачный пластик. Так вот, вы учтите, что целлофановая оболочка молочных сосисок является чуть ли не идеальной полупроницаемой мембраной. Воду пропускают, сахар не пропускают. Поэтому варите молочную сосиску, аккуратно, не разрывая шкурки, а при варении эта оболочка легко от нее отделяется. Вынимаете сосиску и получается такое, там, я не знаю, кусок шланга, да, из целлофана. С одной стороны, когда этот шланг чуть подсох, заклеили скотчем, получили что? Получили такой длинный мешочек из целлофана. Взяли в этот мешочек, насыпали сахара, сюда же капнули пару капель туши. Зачем? Туш. Ну, для того, чтобы было видно, туш придаст раствору, черный цвет сразу будет видно. И несколько капель воды, чтобы сахар стал раствориться. После этого опустили сюда стеклянную трубочку, так, и примотали такой пакетик, вот так, трубочки, скотчем. Здесь примотали. Отлично. А после этого взяли стакан. И все это хозяйство поместили в стакан. А обязательно с водой? Да. Ну, лучше всего с водой. На остальных растворителях осмос тоже можно делать, но лучше с водой было. Единственное, если вы просто трубку поставили, под действием веса трубки пакет сомнется. Поэтому лучше взять проволочкой, вот так вот, сделать пару проволочных крючков и закрепить трубку, чтобы она висела в воде. Но это когда что начнется? На поезд. Мало того, что на поезд. Берется. Смотрите, у вас вот этот раствор окрашен тушью. Внутри сахар, который растворился в воде, да? Значит, пленка, воду пропускает, сахар не пропускает. Началось движение воды внутрь пакета. Что будет с уровнем воды внутри этой системы? Она поднимается. Она поднимается. Вода сама полезла вверх. Вот так. Если у вас концентрация сахара здесь приличная, то за 2-3 часа вы увидите, что вода у вас вот так сама собой поднялась по трубке. А может быть, где-то большую трубку, может вода вся отрезать? Хороший вопрос. Возвращаемся к моделям. На МКС вода вся действительно ушла в трубку, а на Земле нет. Вот у вас на кухне или здесь в классе ничего подобного не будет.
Причина простая. У воды вес есть, а куда направлено действие сил тяжести? Вниз. Берем. За счет космоса изменилась высота воды в этой части стакана и в этой части стакана. Так, вот этот столбик давит на дно, у него есть свой вес. Он на дно давит? Да. Вот этот столбик давит на дно? Давит. Хорошо. А те, кто проходил физику уже в 7 классе, знают, во всяком случае считают, что должны знать, что в жидкостях давление распределяется равномерно во все стороны, по закону Паскаля. В результате давить этот столб будет не только на дно, но и на стенку тоже. Внимание, смотрим. В результате на эту стенку, вот здесь, давление слева и справа окажется одинаковым или нет? Нет, где больше? Смотрите, здесь столб больше. В результате вот здесь давление больше, чем вот здесь. И что начнется? Не, ничего лопаться не будет. Молекулы воды будут проскакивать слева направо под действием разности концентрации. Извините, под действием разности концентрации вот так. В сторону меньшей концентрации. Но по мере поднятия этого столба другие молекулы воды в какую сторону и под действием какой силы будут проскакивать? А вол куда будут проскакивать? Под действием какой силы? Силы давления. Под действием разности давления. На чем история закончится? На том, что будет равняться. Ребята, на том, что действие вот этих двух сил уравновесится. После того, как сила, которая гонит молекулу слева направо, окажется равной силе, которая гонит их в обратную сторону, будет ли после этого подниматься дальше вот это? Нет. Нет. Поднялся до определенного уровня и встал. Еще раз. Ну, если я правильно понял, дальнейший подъем этого столба как можно высунуть? Добавить сюда сахар. Это понятно? Если мы еще кусочек сахара бросим, тогда разница в концентрации у нас еще возрастет, и дополнительная вода пройдет сюда. Хорошо. Вот теперь определение. Диффузия растворителя сквозь полупроницаемую мембрану, диффузия растворителя сквозь полупроницаемую мембрану, непроницаемую для растворимого вещества, называется осмос. Диффузия растворителя сквозь полупроницаемую мембрану, непроницаемую для растворимого вещества, называется осмос. Почему осмос настолько важен для биологии, увидим сейчас на очень простой модели. Я взял из вот такой пленки полупроницаемой, сделал пакетик. Так, бросил в этот пакетик кусок сахара, капнул туда несколько капель воды, чтобы началось растворение, и заклеил его. Заклеил герметично. А после этого заклеенный пакетик с сахаром, который начал растворяться, бросил в кастрюлю с чистой водой. Итак, вот кастрюля. В ней 100% вода. Внутри пакетик, а в этом пакетике кусок сахара, который начал растворяться. Может лопнуть. Опишите, что произойдет. Пакетик лопнет. Ну, на самом деле, два разных сценария. Один из них вы правильно поняли. А почему лопнет пакетик? Потому что вода дефузировать будет туда все время. Понятно, у вас тут же пойдет диффузия.
и вода пошла внутрь пакета. Давление в пакете начало возрастать, и как только давление внутри пакета превысит прочную стену, тут же шарах. Так, может, если в случае пакетик будет почти будет объемом столь же, сколько сколько одна вторая кастрюля, потому что не лопнет, он будет с набором водой. А, потому что пакет же собрал всего себя. Уже да, немножечко не так. Как встроен футбольный мяч, все понимают? Да. Сколько деталей входит в конструкцию футбольного мяча? Это называется не оболочка только, а покрышка. Так же, как на автомобильном колесе. А внутри? Внутри не стоит. Камера. Какой вакуум? Не пугайте меня. Воздух под давлением-то. Да? Внутренняя часть камеры растяжима или не растяжима? Растяжима, отлично теряется. Но прочность у нее большая или нет? Нет. Если я взял одну камеру без покрышки, да, и даже без всякого насоса, а просто дуру как следует, я могу раздуть так, что он не выдержит и лопнет. Запросто. Она хорошо растяжима, она не пропускает воздух, а вот с прочностью у нее не очень хорошо. Покрышка тоже снаружи. Можно ли сказать, что покрышка футбольного мяча твердая? Нет. Не твердая. Я вот если я взял, разобрал футбольный мяч, вот у меня идет покрышка пустая. Я ее могу так снять? Да. Могу. А твердое тело я смог бы снять? Нет. Нет. А вот если я попробую порвать покрышку мяча, как пузик грелку. Выйдет или нет? Нет. Не, не выйдет. Покрышка мяча прочная на разрыв. Она гибкая и при этом прочная на разрыв. Вот у нас есть этот пакетик, который стал раздуваться, потому что в него входит все новая и новая вода, давление в нем растет, да? А вокруг я взял и надел на него вот такую покрышку. Покрышка гибкая, но прочная на разрыв. Чем кончится дело? А можешь быстро сказать? Нет. Дырочки здесь такие маленькие, что вода, конечно, проходит нормально. И даже более крупная молекула проходит нормально. А вот весь пакет через такую дырку не выскочит. Он лопнет внутри покрышки. Да я ничего не буду сказать. А как он лопнет внутри покрышки? Вот он стал раздуваться. Да? Просто прекратите. Сможет ли он раздуться больше размера покрышки? Нет. Давление. Нет. Вода будет под давлением, когда скорее. Отлично. Вот вы взяли футбольный мяч, пока он не накачан. Вы его снять можете? Да. Можете. А когда вы взяли его под давлением накачали, вы его снять сможете? Нет. Как называется это свойство тела физики? Вот вы на него жмете, если даже чуть-чуть и продавился, как только вы перестали сжать, он сразу установил упругость. Упругость. Что вы получили? А вы получили упругий мяч. Хорошо накачанный внутри, под большим давлением, упругий мяч. Как называются эти детали конструкции? Если это не футбольный мяч, а живая клетка. Вот эта внутренняя сладенькая мембранка, которая полупроницаема, вот это и есть мембрана клетки. Именно она не позволяет веществам уйти на улицу, но свободно пропускает воздух. А вот эта красная пуля – это клеточная стенка. Клеточная стенка. Это у всех клеток так? Нет, не у всех. Дело в том, что такие клетки отлично поддерживают свою форму. Но так же, как футбольный мяч, туго накачанный, отлично держит свою форму. Если у вас, как говорят в интернете, 100-500 хорошо накачанных футбольных мячей, да, можете ли вы, имея суперклей, склеить из них какую-нибудь, там, я не знаю, авангардную скульптуру? Да. Можете, вполне. Отлично. Она будет держать? Да, она будет держать форму. А вот двигаться она хорошо сможет? Нет. Нет. Придется тратить уйму энергии
на то, чтобы преодолевать упругость вот этих стен. Поэтому такую конструкцию будут иметь клетки каких существ? Подвижных или неподвижных? А кто у нас относится к неподвижным живым существам? Растения, грибы и бактерии, которые не образуют многоклеточных тел. У растений, грибов и бактерий каждая клетка обязательно вот в таком купле сидит. Да, бактерии же только с помощью жгучка появляются. А дело в том, что в этом случае, если мы имеем вот такую конструкцию, вот одна клетка, вот вокруг нее клеточная стенка, а из нее торчит 100-500 жгутиков. Бактериальные жгутики, кстати, работают совершенно не так, как жгутики у эукариот, у настоящих ядерных организмов. Так, они работают, используя редчайший в природе принцип. Принцип вращения колеса. Что будет с вами, если я возьму вас за уши вот так и начну крутить голову? Оборот за оборотом, оборот за оборотом. Или палец вот так. Вроде бы принцип вращения в живых телах никак использовать нельзя. Должно оторваться. Вот бактериальный жгутик – редкий случай, когда используется принцип вращения. Через 4 дня поймете, как это делается. На самом деле, это жесткая спираль по форме, похожая на винный штопор. Винный штопор, представляете себе? Да. Отлично. Вот здесь, в ее основании, стоит маленький электромоторчик. Если он включается, то штопор начинает крутить. Наподобие винта. Ну и если штопор направлен в воду и крутится, что произойдет? Вон штопор ввинчивается в воду, и бактерии поплывают. Это акрилогинка. Еще раз. Это как акрилогинка. Да, совершенно верно, абсолютно правы. Вот так движется бактерия. Мешает ли такому движению клеточная стенка? Нет. Ни разу. Она из формы не собирается менять. Она двигается без изменения формы. Поэтому бактерии, грибы и растения имеют клетки, каждая из клеточек обязательно упакована в клеточную стенку. А у каких живых существ не может быть клеточных стенок? У животных. Не только у людей, у всех животных. У нас тела должны уметь менять форму. А у протистов бывает? У протистов... У протистов бывают, но дело в том, что протисты, у них жгутики по-другому работают. Ну а там идея такая же, форму клетки менять не обязательно. Вот насекомых на базу вот такое, они сильно попробуют наружу. Ну, у насекомых, тем не менее, внутренние органы форму менять должны. Представьте себе, что будет с вами или с комаром, что несущественно. Если кишечник у него не может менять свою форму. Представьте себе. Да, он сейчас будет реализация. Внимание. Смотрим. Там про руки, ноги, уши, это все понятно. Намного проще. Сердце и кишечник. Вот даже кишечник. Человек слопал завтрак. Завтрак куда попал? Нет, ну вот, допустим, вот здесь, представим невозможное, но тем не менее. Значит, для обывателя такое объяснение, что это вот так работает. Завтрак под действием силы тяжести упал в жунгу. Вот упал он. Хорошо, он так. А да, допустим, даже переварился, как вы говорите, под действием кислоты. Хотя это отхохочется. Кислота ничего переварить не может. Процесс идет совершенно иначе. Но вопрос, а дальше что будет? Хорошо, завтрак вот здесь. Должен его открыть таймер. Кишечник ведь у вас идет достаточно хитрым образом.
Ну, сначала он идет сверху вниз таким кипелем, но дойдя до вот этой точки, правая паховая ямка, дальше кишечник развернется и пойдет вверх. Вот так поднимется до уровня желудка, перейдет на другую сторону живота и только после этого спустится вниз, уже по дороге к канальному отверстию. Вот такой сложный маршрут. Хорошо, вы засунули в себя порцию еды. Еда упала в желудок. И дальше? А дальше надо запить, если еще и еще. Нет, дальше можно, конечно, как. Кататься. В зависимости от формы петли желудка, каждый раз либо вот так ложиться, через некоторое время перекатываться на другой бок, а когда надо пищу направить по восходящей ветке, просто встать на уши, некоторое время постоять. Ну, ясно, что мы так не делаем. А тем не менее, пища как-то проходит. Секунду. Тем не менее, пища как-то проходит. Вопрос как? Во-первых, кровеческие или хрящиков? Сокращаются, значит, форму меняют. Да. А вот другой от него вопрос возникает. А вот почему у человека именно такого, отлично. Кстати, правда, очень хороший вопрос, но это, ребята, уже совсем другой игры. В этом году мы с вами разбираемся в разнице между живым и неживым, что такое живое на самом деле. Тот вопрос, который вы задаете, касается сравнительной морфологии. План морфология – это наука, изучающая планы строения тела. Так, как сконструированы по-настоящему тела живых существ. В следующем году могу почитать вам курсик по сравнительной морфологии, допустим, позвоночника. Ради бога, никаких проблем на эту тему. Но это уже другая игра. В этом году мы туда не лазим. Так, ну что же, осмотические процессы совершенно необходимо учитывать в медицине. Смотрим. Все ли лекарства человеку дают в форме таблеток? Нет. Уколы вам когда-нибудь делали? Да. Ага, славно. Давайте рассмотрим такую штуку. Поверхность кожи. Вот где-то здесь, глубоко под кожей, не очень глубоко, идет кровеносный сосуд. По кровеносному сосуду движется кровь. Так, значит, кровь состоит не просто из жидкости. 40% объема крови занимают клетки крови. Красные, белые кровяные тельца и кровяные пластинки. Или более грамотно, эритроциты, тромбоциты или лейкоциты. Отлично. Причем, как положено, мембраны у этих клеток могут быть прочные, плотные и так далее. И должны быть легко проницаемые. Конечно, это же транспортники. Они должны легко принимать, легко отдавать. Знаете, конечно, ничего не транспортируют. Сколько эритроцитов у вас в каждом кубическом миллиметре крови? Очень много. Очень много, примерно 5 миллионов. 5 миллионов на кубический миллиметр. Надо сказать, что у барышни слегка поменьше, а у мужичков слегка побольше. Это вот есть такое демотное различие. Точного значения запоминать не надо. Оно меняется в течение жизни по 10 разных вещей. Хорошо. Итак, порядка 5 миллионов. Или как это сколько? Ага, порядка 5 тысяч. Так что, если я отыкнул, попал в клетку. Скорее всего, это лейкоциты или эритроциты. А тромбоцитов-то сколько? Да? А тромбоцитов, сейчас скажу, не миллионы, а сотни тысяч. То есть эритроцитов больше всего, тромбоцитов поменьше, и меньше всего лейкоцитов. Ну, скорее всего, мало эритроцитов. Так, внимание, сделайте предположение, что можно сказать о концентрации воды вот здесь, в межклеточном веществе крови. И вот здесь цитоплазма эритроцита. Мембрана у него не прочная. В эритроците воды побольше. Значит, вода тут же сквозь мембрану, она попроницаема, начнет выходить в плазму. И эритроцит сморщился. Чуть меньше. Вода из окружающей среды все время немножко приходит в эритроцит, повышая давление, придавая ему упругость. Но не очень сильно, потому что если посильнее такой поток пошел, что будет с эритроцитом? Лопнет. Он просто лопнет. Идея ясна.
То есть концентрация воды в цитоплазме межклеточной находится в некотором равновесии. Теперь делаем укол. Вводим вот сюда лекарство. Прокололи кожу, вот нашу игла. Допустим, лекарство сильно действующее, и вам необходимо ввести человеку всего 1 миллиграмм. Да? 1 миллиграмм – это совсем чуть-чуть. Малюсенькая горка порошка. Чтобы этот порошок растворить, нужна вода. Ну, вы взяли воду, растворили, разболтали лекарство в этой воде. Значит, если у вас совсем маленькая водяная капелька, вам укол удастся сделать или нет? Нет, смотрите, что будет. И сталь, и стекло – материалы гидрофильные. То есть водяные диполи к ним притянутся? Нет. Гидрофильные материалы. Конечно. В результате вот ваш шприц, вот игла. Вы взяли всего вот столько воды, точнее раствора лекарства, всего вот столько взяли, да? И пробуйте сделать укол. Так вся вода просто вот здесь прилипнет внутри, к игле. Что-нибудь у пациента попадет или нет? Ничего не попадет. Стоп. Если ставить стекло и гидрофильм, почему они не растворяются в воде? А на следующем уроке. Да. То же самое. Больше миллиграмм человека нельзя, мы его убьем. Лекарство очень сильно действующее. И нам просто добавили больше воды. И вот теперь можно делать такого, ради бога, ну, допустим, вот такую порцию. Не все, а вот только вот такую порцию, какая нам нужна. Так? Что бы с пациентом? Вот в этой порции ровно 1 миллиграмм, мы считали. Шприц позволяет именно эту порцию выполнить. А вы понимаете, что вы убьете человека? Да. А убьете вы его вот почему? Вы взяли большой объем воды и развели в нем всего 1 миллиграмм вещества. В результате в этом растворе какая концентрация воды, а какая концентрация растворимых веществ? Понятно, что воды 99,9%, а на растворимые вещества падает только 0,1%. Так? А в плазме крови у вас порядка 25% растворимых веществ и только 75% воды. Получается, вся вода постремится в эритроциты или в Ага. Все вещество, которое вы сюда ввели, к чему приведет? Избыток воды войдет в эритроциты. И что с ним будет? Ага. Жуткая штука. Называется она в медицине плазмолиз. Клетки начинают взрываться. Причем не только эритроциты, но и клетки стенок сосудов. Да? Поэтому никогда и ни в каком случае лекарства не растворяют в воде. А как избежать от неприятности можно относительно? Растворять в любом веществе. Спирт, кровеносный сосуд, я вам не завидую, если вам такое сделают. Да? А что? Не, ребят, делать намного проще. Готовить специальный раствор, в котором ровно такая же концентрация минеральных солей, как в нашей плазме крови. Так? И растворять лекарство будет не в воде, а в этом растворе. Такой раствор называется физиологический раствор. Вот если лекарство растворено в физиологическом растворе, начнется ли плазмолиз? Концентрация воды здесь и здесь одинаковая. И все будет в шоколаде.